Всем привет! Меня зовут Екатерина, единый центр продаж новостроек города Тюмени. Недавно мы побывали на одной очень интересной презентации нового жилого комплекса и нового застройщика нашего города. Презентация длилась 2 часа. Мы хотели бы вкратце рассказать вам основные моменты. А если у вас останутся вопросы, звоните нам 55 55 15, код города Тюмени 34 52. Мы сегодня в музейном комплексе имени Славцова, в центральной части города. И здесь будет проходить презентация нового жилого комплекса. Ну-ка, давай покажем, видно, не видно? Темно, не очень. Темно, конечно. Ну-ка. О, так отлично. Катя, спасибо. Скандия называется. Квартал на берегу. Первый скандинавский полуостров Тюмени. Смотрите, вот он. Ну-ка. Прикольно, да? Ого, красиво. Смотрите, сколько планировок. Здесь очень интересные планировочные решения. Очень интересные. Смотрите, они зонированы. Есть студии, прям сразу с перегородками, не надо ничего зонировать. Да, ребята, кому надо, тут может поставить на паузу, перечитать, да. Посмотрите. Ссылка будет в описании. Заходите, смотрите. Саша, давай твой буклетик еще посмотрим. Мы еще не знаем, какие будут цены. Мы только приехали ознакомиться. Но очень достойно все будет именно по рендерам. Если попадание будет в 95%, то будет все отлично. Давайте, да, мы вам сейчас пока. Ой, вот это вот красиво. Вот это вот, разве это не интересно? Вот это красиво. Очень. Ладно, что, ждем презентацию. Да. Но работа с застройщиком, который выходит на рынок сегодня, она отличается от всех проектов, с которыми нам доводилось работать до того. Потому что это не тот девелопер, которого учили мы. Это девелопер, который учил нас. Девелопмент, да, правильно? Вообще, Скандия девелопмент или девелопмент? Дайте в Википедию. Да, я скажу, потом мне скажут, что неправильно говорю. Нет. Так, сейчас режиссер нам скажет, как правильно сказать. Скандия девелопмент. Я правильно сказала. Девелопмент. Застройщик. Скандия Девелопмент. Команда застройщика – это ребята, которые накопили очень большой опыт в стройке. Да? Они вводили очень много квадратных метров жилья в нашем городе, работали в крупнейших компаниях и теперь решили организовать свой первый проект. Собрали все самое лучшее из своего опыта и теперь вот предлагают нам. Жилой комплекс Скандия называется «Квартал на берегу». Наша команда желает удачи застройщику. Ребят, давайте, не подкачайте, мы в вас верим. Вот, вот, вот проект, смотрите. По месторасположению, как вы думаете, где может быть столько воды кругом? Это район поселка Док. Кто не знает, где это, ориентир — строительный университет. В общем, за ним буквально 2-3 минуты, и вы находитесь вот уже в Скандии. В самом низу строительный университет, и наверху вы видите обозначение «Жилой комплекс Скандия». Кто любит тишину и спокойствие, может посидеть на лавочке, прогуляться по зеленому двору или спуститься к реке на пирс. Директора компании «Скандия» Николая Никифорова. Ему слово. Наш комплекс, он находится примерно где-то порядка 70 метров от реки. От реки нас отделяет дамба. Она чуть выше находится, нежели чем уровень нашей площадки, нашего благоустройства, который будет там порядка там, 3-4 метра, насколько я помню. И дальше уже идет река. Вот, соответственно, вот эта дамба, она уже является некой такой естественной набережной. Вот то, что на ролике вы видели, где-то на велосипедах ездили, гуляли, на квадроцикле ездили. Вот. Она уже в каком-то виде существует. Мы сейчас ведем активные переговоры с муниципалитетом для того, чтобы продолжить вот эту дамбу, для того, чтобы ее оборудовать, для того, чтобы это было неким естественным продолжением набережной. Потому что там буквально кусочек, который их разделяет, совсем небольшой. Даже если там такого не будет, тем не менее, все равно. И вот наш посыл такой, опять же, к властям, к муниципалитету, для того, чтобы оставить ее максимально в естественном таком виде. И не делать гранита, либо асфальта, бетона, а ну, буквально там сделать несколько скамеек, какие-то спортивные тренажеры, отсыпать в эту часть мелкими камушками, просто чтобы не было грязи, чтобы можно было комфортно там гулять. Ну и сделать освещение. По сути, все. Все остальное сделала уже природа. Зимой можно будет делать лыжню, но это несложно. Там, я думаю, что управляющая компания может свободно это сделать. И вот то, что сейчас вы видите, вот то, что показано вот в этот пирс,
И, ну, скажем, такая небольшой вот этот участок, это дополнительный вот, ближний спуск к воде, это мы в любом случае будем делать сами. В каком-то виде, потому что, ну, водный кодекс нам, он, с одной стороны, говорит о том, что когда участок находится в близости к водоохранной зоне, то он должен быть облагорожен. Вот, соответственно, вот, исходя из этого, наши потребности, мы сможем это сделать легитимно. Вот это вот, вот такой какой-то небольшой пирс, где можно будет посидеть, посмотреть на воду, бросить спиннинг, при возможности спустить лодку на воду. По дому кратко, давайте несколько цифр. Первое, это ввод в эксплуатацию, это лето 2020 года. Всего будет 458 квартир. Дома по этажности, они переменные, то есть идут 10 и 18 этажей. Есть внизу подземный паркинг на 58 парковочных мест и также коммерческие помещения 22 штуки. Вот. Всего общая площадь застройки 2 гектара. Пока. Будет больше. Я хотела вам отдельно рассказать про архитектуру этого жилого комплекса. Смотрите, фасады сделаны такие все в природном стиле, да, декоративная штукатурка, керамические элементы на фасадах также и кирпич. Вот, окна разных размеров и внешняя сторона этого профиля оконного окрашена в три цвета, это медный, серый и под дерево. Слушайте, мне очень нравятся дворы. Вот, посмотрите, здесь натуральные материалы используются. Вот, конечно, было бы классно поехать и посмотреть на это вживую, но пока у нас только картинки. И, наверное, я на 100% уверена, что застройщик, так как это его первый проект, он сделает его максимально приближенным к этим картинкам. Вот, дворы для разных возрастов, естественно, детские площадки. Также есть у нас здесь зоны отдыха и спортивные площадки. То есть каждый житель найдет себе занятие по душе. Отдельно хотелось бы рассказать про подъезд. Подъезд – это продолжение двора. Да, и, как мы видим на картиночке, опять же, деревянная отделка подъезда. Вот, много света за счет того, что полностью двери стеклянные, да, и безбарьерный вход. Чем особенно примечателен этот проект? Все квартиры выполнены с кухней-гостиной, то есть объединенная кухня-гостиная. Вот. И спроектированы квартиры с учетом размеров мебели, которые, ну, натуральный размер, настоящие размеры мебели. Вот. И в каждой квартире также есть бонус, это теплая лоджия, в которой установлен радиатор. И так как квартиры расположены рядом с рекой, смотрите, как может быть здорово, какой вид может быть с вашей лоджии. Ну, тут зима, конечно, но может летом будет еще лучше. Согласитесь, круто? Буквально несколько часов назад Главное управление строительства утвердило нам проектную декларацию и выдало заключение о соответствии застройщика 214-му федеральному закону. Это означает, что вы можете начинать продавать. Застройщик представляет следующий перечень квартир. Первое – это студии от 23 до 29 квадратных метров. Кстати, в описании этого видео будет ссылка на сайт. Там указаны полностью все цены. Я вам просто сейчас скажу, что студии начинаются от 1 240 000 рублей. Вот, также есть квартиры с одной спальней от 30 до 40 квадратных метров. Квартиры с двумя спальнями от 45 до 79 квадратных метров. И квартиры с тремя спальнями от 70 до 96 квадратных метров. Еще раз повторюсь, все квартиры представлены планировками с объединенной кухней-гостиной. То есть
если это с одной спальней, то у вас будет кухня-гостиная и одна спальня. Вот. Ну, давайте остановимся на какой-нибудь одной квартире, просто посмотрим ее планировку. Вот, например, ну, мне нравится вот эта вот большая трехкомнатная квартира, 81 квадрат. И эту планировочку можно будет поближе посмотреть, опять же, на сайте, который в описании этого видео. Вот, раздельные санузлы, везде есть ниши под шкафы, то есть это все застройщик уже предусмотрел. Планировки очень эргономичные. И что особо важно, что нам на презентации так прямо красной нитью шло вот именно в разделе планировок, когда презентовали, это то, что планировки, они адаптивные. Я сказала это слово. Вот. Что это значит? Вообще, как бы, квартира, которую вы сегодня выбрали, она не всегда может вам удобно быть завтра. Вот. И застройщик сделал... Ну, то есть, например, вы женились, да, и завтра у вас родился ребенок, и уже нужно что-то делать, перепланировку все, или менять квартиру в некоторых случаях. Тут это исключено, потому что каждую комнату можно будет изменить сценарий жизни в этой комнате. То есть это либо была просто спальня с кабинетом, и тут она становится детской, с игровой зоной, либо это была там... комната с тренажерным залом, и она стала комнатой для двоих школьников, либо для одного школьника и студента. В общем, очень большое разнообразие. И вот у нас есть такой, нам дали буклетик. Вот, видите, например, вот двухкомнатная квартира такая. А здесь, на второй стороне, написаны сценарии жизни, которые можно там разыграть, так скажем. Вот, очень интересно. А, такое у нас, ну, я не видела, например, у застройщиков такой, таких... продуманных планировок. Вот. А если интересно, звоните нам 55 55 15, спросите Екатерину. Поедем, все посмотрим, выберем квартиру. Вот. Если вам нужны актуальные цены, заходите, переходите, вот там в описании видео ссылка есть на сайт, и вот там всегда актуальные цены есть. Или лучше всего звоните нам 55 55 15. Миллиард раз уже это мы говорим все время в каждом видео, но 55 55 15, код города Тюмени 3452. Спросите Екатерину, вот я по микрофону себе стукнула. Спросите Екатерину. Я вам все лично расскажу, приеду, покажу и выберем вместе квартиру. Хотела вам сказать, очень интересная вещь здесь есть. Это межквартирная шумоизоляция. По оплате, ну, естественно, 100% оплата. Есть беспроцентная рассрочка. Условия рассрочки индивидуально под клиента подстраиваются. И ипотека от ведущих банков. Если этот жилой комплекс вам интересен, звоните. 55 55 15, код города Тюмени 3452. Переходите по ссылке внизу в описании, посмотрите планировки, они очень интересны, правда, вот я прямо в восторге. Смотрите, класс, да? Слушайте, наверное, надо успевать. Вот такие видовые квартиры разбираются одними из самых первых, поэтому если вы планируете приобретать квартиру в Тюмени, звоните нам, давайте попробуем, давайте рассмотрим вот этот проект. Вдруг вам тоже, как и мне, покажется он интересным и стоящим. 55 55 15. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.